Мур, привет, друг, это Зверько. На тестовый добавили нового бойца с обалденной моделькой. Это Дариус. Дариус – сын бездны, способный ученик Алисы и Тамуза, который победил в битве демонов, где должен был остаться самый сильный демон. Его задача – сражаться против Манийской империи и уничтожить ее сияющую искру. Итак, по базовым характеристикам он бегает немного быстрее и бьет немного чаще, чем остальные бойцы. Базовая атака немного меньше. Навыки. Пассивка. Дариус после базовых атак наносит спецудар круговой атакой на 140% от общей физической атаки. Кроме того, уроном по противнику и крипам он накапливает ярость. Шкала ярости разделена на половины. По сути, это два заряда ярости. Заряд усиливает первый и второй навык, что показывается пылающими кнопками управления. Первый навык. Дариус выстреливает вперед темной энергией, нанося урон всем по пути и замедляет перемещение на 30%. Если навык использует ярость, то снаряд летит дальше. Урона наносит 140% и вдвойне замедляет. Не знаю, баг это или фича, но по одной цели урон проходит несколько раз. И этот навык вливает много ярости в Дариуса. Отлично работает в толпе. Второй навык. Дариус прыгает в выбранном направлении и, если натыкается на героя противника, то наносит урон и немного отталкивает, после чего отпрыгивает сам в выбранном направлении. Если навык использует ярость, то урона наносится больше, а цель подбрасывается вслед за Дариусом. Это немного напоминает Чу. Ульта. Дариус заряжает удар и наносит его недалеко и по прямой. Наносит урон всем попавшим под удар. Но урона не так чтобы много, да еще каст но очень долгий, зато перезарядка всего 28 секунд на третьем уровне. КД первого навыка 5 секунд, а второго 8. Что же, пока он выглядит как боец-ловкач, заточенный под урон, но я думаю с ультой что-то будут делать. Ее механика очень уж простая. Но облик Дариуса и эффекты шикарны, мне нравится. Напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу этого персонажа. Подпишись на канал, если этого еще не сделал, и ставь свою замечательную лапку. Удачи, друг!